Всем привет, компаниатра. Сейчас я расскажу о безопасности на лесенках и на горке на наших батутах. Вот мы находимся на горке. Сверху у нас обязательно есть защитная сетка. То есть ребенок не сможет вылезти за борт. А дети это очень любят делать, если нет сетки. То есть эта сетка защищает. Также сетка расположена над горкой, чтобы дети не смогли встать и прыгнуть на горку, чтобы они спокойно сели и скатывались. Это помогает избежать различных травм. Во всех окошках также есть сетка. То есть с верхней части батута просто так не выбраться, только через горку. Всем спасибо, удачи!